уже смеются гитаристы. А вот тебе еще одна подробность из твоей жизни. Я помню, как Митя лежал и спал на полу в зале ожидания аэропорта Ташкента весной 2000 года. Мы летели одним рейсом, и было странно видеть, люди ждут, а Митя спит на полу. Слушайте, это не самая страшная локация для сна была. Слушайте, я только не спал, и у кого я только не спал, и в чем я только не спал. Я просто вспомню сейчас такой один совершенно чудовищный случай, когда мы срочно вынуждены были вылететь из Алматы в Петербург, но билеты у нас были в Москву. И когда в то время еще можно было подсаживать пассажиров на борт, не имея при этом билетов, я не буду говорить, какая это была авиакомпания, но тем не менее нам сделали какие-то билеты и посадили нас на место стюардесс, вот где там они у буфета. Но дело в том, что в какой-то момент, 4 часа лететь, ты, конечно, спас с этого кресла, такой маленькой этого седалища. Прикормка. Журточка. Да, и знаете, и мы просто прямо улеглись с Ксюшей. Мы прямо, знаете, у запасного выхода. А в связи с тем, что это был Ту-154, промерзала дверь насквозь просто. То есть она прямо обледенелевала. И мы прямо, знаете, прямо в проходе лежим, значит, у этого запасного выхода. У нее волосы примерзли к этой аварийной двери. Люди через нас перешагивают, идя в туалет, и там за каким-то кофе, еще что-то. Я говорю, слушай, Олежечкина, мы так ее звали, Олежечкина, понимаешь, какие контрасты утром. Ты лежишь у туалета, а вечером ты в «Песне года». Что мы и жили. Продолжим концерт. Я смотрю по плану песню «Дождь». «Дождь», совершенно верно. А я напомню, Митя Фомин в вашей жизни. Пишите плюс 7-903-797-6333. Нам не дает и в мыслях, как кинолента, мерцание света. Но будет новое утро, будет дождь, и мы родимся заново на этой планете, как новые дети. Просто дождь разбудит меня осколками солнца, и твоими словами звезда услышит тебя, поднимет выше неба, обняв руками. Посмотри вокруг, верь глазам, такие яркие краски. Лишь выгляни в окна. Занавеску в сторону и прочитай мир, как открытую книгу, а дождь, как азбуку Морзе. Как азбуку Морзе. А просто дождь разбудит меня осколками солнца, и твоими словами звезда услышит тебя, поднимет выше неба, обняв руками.
нами солнце и твоими словами звезда. Услышит тебя, поднимет выше неба, обняв руками. Митя Фомин у нас с акустическим концертом.